подписываемся, ставим лайки. Поехали! BMW 328 – двухместный спортивный родстер BMW, один из наиболее успешных спортивных автомобилей своего времени, победитель множества соревнований, кольцевых гонок и ралли. Всего до начала Второй мировой войны автомобиль принял участие в 172 международных и национальных чемпионатах, завоевав 141 победу, в том числе победа в 1000-километровой гонке Милл-Миглия в 1938 и 1940-х годах, британском ралли-рек в 1939 и первое место в классе 24 часа Ле-Мана. К началу войны изготовили всего 464 автомобилей BMW 328, большинство из которых имели открытые спортивные кузова, но были и специальные варианты, которые изготавливались по заказам. Работы по созданию спортивного родстера начались в 1935 году. Новинка должна была заменить модель BMW 319/1. Дизайн этого авто разрабатывался под руководством Петра Шимановского. Техническую часть взял на себя Фриц Фидлер. Он ввел в эту разработку множество новых идей, которые позволили BMW 328 не раз побеждать в автогонках. Автомобиль был впервые представлен на международной гонке Эйфеля на трассе Нюрбургринг 14 июня 1936 года. В 1936 году было построено всего три BMW 328. Это были гоночные автомобили, они имели облегченный, лишенный дверных проемов кузов и цельное ветровое стекло. Полностью оборудованные для повседневной эксплуатации автомобили стали доступны только с началом серийного производства в феврале 1937 года. Несмотря на достаточно высокую по тем временам цену в 7400 рейхсмарок, покупатели готовы были ждать свои машины по несколько месяцев. Начало войны приводит к приостановке выпуска автомобилей. С апреля 1936 по сентябрь 1939 года произвели всего 464 автомобиля BMW 328, включая шасси, переданные различным кузовным ателье. Небольшое количество машин было собрано из сохранившихся деталей уже в послевоенные годы. До 1939 года по лицензии из немецких деталей автомобиль также собирался на британском заводе Fraser Nash. Большинство из построенных автомобилей имело открытые спортивные кузова, но существовали и варианты, которые изготавливались по заказам. На шасси BMW 328 был построен ряд специальных гоночных машин. BMW 328 Милл-Миглия в 1940 году для гонки Милл-Миглия были построены 5 автомобилей, названных BMW 328 мм. Три из них имели открытый обтекаемый алюминиевый кузов на трубчатом каркасе. Два других – закрытые аэродинамические купе. Одно из них было построено под наблюдением Фидлера в Мюнхене, другое – в кузовном ателье Турин в Милане. Кузовы еще двух родстеров были созданы в ателье Каразерия Турин. BMW 328 Bagel Falten. BMW 328 Милл-Миглия Bagel Falten. В 1939 году для гонки Милл-Миглия был построен BMW 328 Bagel Falten, номер шасси 85032. От других BMW 328, построенных 1000 миль, он отличался выраженными ребрами вдоль передних и задних крыльев, за что и получил имя Bagel Falten, немецкие стрелки на брюках. На Милл-Миглия 1940 года экипаж Ханса Венфёра и Рудольфа Шольца под номером 71 финишировал шестым. Во время Второй мировой войны этот родстер находился во владении Альберта Шпеера. После войны автомобиль попал в Советский Союз в качестве трофея. С 1972 по 2001 год был во владении коллекционера из Риги. В мае 2010 года продан на аукционе Sporting Classics of Monaco. Для гонки Берлин-Рим были построены специальные родстеры BMW 328 Berlin Rome Touring Roadster. Работу над ними также вело ателье Каразерия Турин. В 1940 году шасси отправились в Милан. Работу закончили только в марте 1941 года, но из-за войны автомобиль не принимал участия в гонках. Были построены три автомобиля. После Второй мировой войны все три машины считались утраченными, но одна из них в 50-х годах была обнаружена в Соединенных Штатах Америки. Третий автомобиль впоследствии был обнаружен и отреставрирован в Германии. Судьба второго экземпляра неизвестна.
для участия в гонке Берлин-Рим, назначенной на конец 1938 года. В Мюнхене был разработан проект 1007М, купе на базе BMW 328. Кузов был полностью алюминиевым и монтировался на стальном трубчатом подрамнике. Машина должна была разгоняться до 230 км в час, но тесты выявили плохую управляемость на высокой скорости и катастрофическую чувствительность к боковому ветру. Проект закрыли. После проекта М1007 была начата разработка нового автомобиля. М1008, названного в честь немецкого пионера аэродинамики Вунбальда Кама, BMW 328 KM Coupe. В основу было положено прежнее шасси, но с растянутой на 20 см колесной базой. Новый кузов был создан под руководством шеф-дизайнера BMW Вильгельма Мейергубера. На шоссе между Мюнхеном и Зальцбургом KM Coupe впервые продемонстрировал свои возможности. На тестах автомобиль разгонялся до 230 км в час. Но в гонке Милмигля 1940 года он сошел из-за технических проблем. После войны BMW 328 KM Coupe остался в Германии. Бывший менеджер автоспорта BMW Эрнст Лёв приобрел машину для личного пользования, но через несколько лет продал ее из-за тяжелого финансового положения. В 1953 году автомобиль был утрачен в результате ДТП с участием его нового владельца. В 2010 году, к 70-летию гонки Милмигля 1940, была сделана точная копия автомобиля. Кроме спортивных вариантов, на базе BMW 328 существовали и специальные варианты дорожных автомобилей. Фирмами Вендла, Ладвиг Вайнбага и Глейза выпускались кабриолеты с кожаным верхом. В 1937-1938 годах создан кабриолет BMW 328, доработанный в ателье Вероникте Веркстатен, со стационарной рамкой лобового стекла и другим тентом. Компании Вероникте Веркстатен в качестве опции предлагался съемный жесткий верх 1. В 1937 году для известного немецкого промышленника Ганса Клепера фирма Вендла построила купе по проекту дизайнера Рейнхарда Кёниг-Фашонфельда, ученика тогдашнего гуру аэродинамики профессора Вунибальда Кама. Существовали BMW 328 с кузовом купе работы ателье Мала, Фрейбург. Техническую часть автомобиля проектировал талантливый инженер Фриц Фидлер. Разработку дизайна кузова часто приписывают Петру Шимановскому. За основу было взято шасси родстера BMW 319/1 образца 1935 года со стальной образной рамой из труб овального сечения переменного диаметра. Диаметр уменьшается от центра к краю, максимальный диаметр трубы рамы — 90 мм. Рама была изготовлена из сплава магния и алюминия. Две стальные трубы сходились к носу и соединялись поперечинами прямоугольного сечения. На раму устанавливались элегантные металлические кузовные панели, которые крепятся к деревянному каркасу. Легкий кузов позволил довести массу автомобиля до 830 кг, что благоприятно сказалось на скоростных характеристиках машины. Максимальная скорость стандартного BMW 328 составляла 150 км в час. Складной тент. Съемные боковые окна и багаж располагались в задней части кузова. Крышка багажника отсутствовала, и доступ в него можно было получить, откинув вперед спинки сидений. Главной особенностью модели был шестицилиндровый двухлитровый двигатель, известный по моделям BMW 321 и BMW 326. Но для установки на BMW 328 мощность мотора повысили с 50 до 80 копеек, что дало значительный прирост скорости. Была спроектирована новая алюминиевая головка цилиндров с полусферическими камерами сгорания со значительно расширенными впускными и выпускными каналами и V-образной установкой верхних клапанов, вместо обычной параллельной. Все это дало возможность обойтись без затрат на разработку нового двигателя. Благодаря применению трех карбюраторов и полусферической камеры сгорания при степени сжатия 7,5, один двигатель развивал крутящий момент 126 Нм. Изначально на автомобиле была применена ступенчатая трансмиссия EKF от BMW 319/1, однако на более поздних моделях использовалась коробка передач Hart. Подвеска передних колес состояла из нижних поперечных рычагов и верхней рессоры, а задний неразрезной мост с гипоидной передачей подвешивался на полуэллиптических рессорах. На автомобиле стояли барабанные тормоза с гидроприводом. Рабочая тормозная система действовала на все четыре колеса.
Ручной тормоз был механическим, на задние колеса – с тросовым приводом. BMW 328 достиг выдающихся спортивных успехов в 1939-40 годах. Он выиграл гонки 1000 миль, 24 часа Ле-Мана, Гран-при Бреста, 24 часа Франкоршама. В 1936 году легкий двухместный родстер впервые вышел на трассу. 14 июня в Нюрбургринге мировой рекордсмен-мотоциклист Эрнст Хоне вывел автомобиль на трассу. Несмотря на дождливый день, прототип установил новый рекорд трассы и пришел к финишу первым. На счету гоночных версий BMW 328 множество гонок, в том числе победа в 1000-километровой гонке Милл-Миглия в 1938 и 1940-х годах, британском ралли-рек в 1939 и пятый результат в общем зачете. Первый в своем классе, на 24-часовой гонке в Ле-Мане, абсолютным триумфом BMW 328 следует признать гонки Милл-Миглия 1940 года, когда немецкая команда выступила в составе четырех экипажей – Ханштайна и Боймера, Брудеса и Розе, Брыма и Рихтера, Винфера и Шольца, которые заняли соответственно первое, третье, пятое и шестое место. Победу на закрытой машине получил экипаж Ханштайн-Боймер. Третьими были Брудес, Розе на открытой версии. Машина со стартовым номером 71 пришла к финишу то гонки шестой. Еще один родстер занял пятое место. Экипаж Хашки фон Ханштайна и Вальтера Боймера установил рекорд максимальной средней скорости на трассе Милл-Миглия, развив 103 мили в час, 166 километров в час. Вплоть до 1950-х годов BMW 328 успешно участвовал в международных гонках. После войны BMW 328 Touring Coupe принимал участие в гонках по подъему на холм в Рудештайне в 1946 году. Также известный гонщик Артур Розенхаммер создал в пригороде Берлина небольшую фирму по изготовлению на базе BMW 328 спортивных и гоночных автомобилей для гонщиков ГДР. В 1947 году Карл Клинк на BMW 328 Cam Coupe смог добиться победы на кольцевых гонках в Хокенхаймринге. Конструкция BMW 328 была очень успешной. Для своего времени этот автомобиль был прорывом в автомобилестроении. Например, в этом автомобиле впервые была применена трубчатая рама и полусферические камеры сгорания двигателя. Дизайн BMW 328 наметил путь к полностью обтекаемой форме кузова. После войны, один из 328 Милл-Миглия и технические планы автомобиля были использованы компаниями Bristol Aeroplane и Fraser Nash при создании своих автомобилей. Уговорили приехать также инженера BMW, Фрица Фидлера, который спроектирует удачную модель Bristol 400 по мотивам предвоенных автомобилей BMW. Модернизированный двигатель BMW 328 использовался на английских автомобилях Bristol и Fraser Nash. В 1999 году BMW 328 был назван журналистами в числе первых 25 в конкурсе «Автомобиль века». Как предполагают автомобильные историки, BMW 328 стал стилистическим прообразом Jaguar XK120. Всего было произведено 464 автомобиля BMW 328. Из них 403 имели стандартный кузов Roadster. Расходы на разработку и производство BMW 328 составили в общей численности 445,000 марок. Из построенных экземпляров BMW 328 около 200 сохранившихся до нашего времени, из которых около 120 находятся в Германии. BMW 328 Junior французская компания Chateau Blanc выпускает детский автомобиль, уменьшенную копию родстера, выполненную в масштабе 6 часов 10 минут. Длина его чуть более 2 метров, а вес модели всего 152 килограмма. Машина хоть и детская, но несмотря на уменьшенные размеры, действующая и способна разгоняться до 25 километров в час. На автомобильчик установлен четырехтактный бензиновый двигатель Robin Subaru объемом 169 кубических сантиметров и мощностью 6,5 литра. В рамках мероприятия Le Mans Classic Race пилоты в возрасте от 6 до 13 лет на этом агрегате могут принять участие в гонке Little Big Mans. BMW 328 Hommage в 2011 году. В честь 75-летнего юбилея модели BMW 328, концерн BMW Group построил концепт-кар BMW 328 Hommage.
Современный автомобиль Индекс 328 имеет современный C 2012 года. Автомобиль – модификация BMW 3 в кузове F30, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем N20B20. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал.